Всем здравствуйте! В Петербурге скоропостижно покинул мир заслуженный артист Российской Федерации Александр Тютрюмов. Об этом сообщила дочь артиста. Александр Аркадьевич известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности». Ему было 64 года. Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области. Окончил индустриально-педагогический техникум. Потом получил высшее экономическое и политическое образование. Учился в ВГИКе на курсе «Продюсер кино и телевидения». На протяжении 8 лет играл в Народном театре Подпорожья. В январе 1995 года стал актером киностудии «Ленфильм». У заслуженного артиста остались жена, двое детей и двое внуков. Информация о причине трагедии и дате прощания уточняются. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.